Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ефремовский дом-музей Ивана Алексеевича Бунина представляет проект праздника «К Буниным в Ефремов». Город Ефремов вольно раскинулся на крутых, живописных берегах реки Красивая Меча, воспетый Тургеневым за свое удивительное, ласковое и звучное название. Этот старинный город отмечен особой печатью в судьбе семейства Буниных. Иван Алексеевич Бунин – замечательный поэт и прозаик, переводчик, первый из русских литераторов, получивший в 1933 году Нобелевскую премию, приезжал в Ефремов неоднократно. Это видно из его дневниковых записей, произведений, об этом напоминают старые фотографии. Живую память о писателе и его семье хранит городская усадьба, ныне дом номер 47 по улице Тургенева. Этот добротный каменный дом с флигельком и обширным фруктовым садом приглянулся брату писателя Евгению Алексеевичу, который купил его в 1906 году. В настоящее время в доме музея в точности восстановлен интерьер комнат, в которых когда-то жила семья Буниных. Холл, кабинет, большая и малая гостиные, комната матери, столовая. Здесь удалось воссоздать главное – душу родового дома семьи. Дворянский особняк сохранил свою неповторимую ауру. Здесь бурно растут комнатные растения – а акустики комнат позавидуют иной концертный зал. Старинное пианино, принадлежавшее семье Буниных. Коснешься клавиш, и инструмент ожил, наполнив дом глубокими и чистыми мелодиями. Под гостеприимной крышей этого дома в те бесконечно далекие и счастливые дни часто собиралась вся семья Буниных. Навестить родственников приезжал и Иван Алексеевич с женой Верой Николаевной Муромцевой. С тех пор прошло более 100 лет, но Ефремов сохранил очертания провинциального городка со старинными улочками, домами, городским садом и рощей. В целях сохранения культурного наследия города, связанного с именем известного писателя и его семьи, и был создан проект «К Буниным в Ефремов». Идея проекта исходит из того, что городская роща всегда была излюбленным местом отдыха горожан. Летом в престольные праздники ефремовские купцы выезжали в городскую рощу с самоварами и устраивали здесь знаменитые чаепития. Одними из организаторов этих чаепитий было семейство Буниных. В Троицын день 1907 года в роще на большом празднике, посвященном окончанию работ по облагораживанию пруда, Иван Бунин читал свои произведения перед горожанами. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем, и чистый воздух, льющийся в окно, в бездонном небе, легким белым краем встает, сияет облако. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто, пискнула и села на подоконник птичка. И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо пустело, гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Проект «К Буниным в Ефремов» – это событийное мероприятие, которое объединит территорию музея и достопримечательные места города в единое многофункциональное пространство, вернет городской роще славу центра культурного семейного отдыха, возродит старинные местные традиции устраивать чаепития в городской роще. Литературные праздники на открытом воздухе, связанные с именем Ивана Алексеевича Бунина и возрождающие прекрасные местные традиции, планируется проводить в Ефремове ежегодно в Троицын день.
Это литературно-музыкальные, театрализованные композиции, посвященные Ивану Алексеевичу Бунину. Выступления фольклорных коллективов, чтецов, поэтов, мини-постановки, классические музыкальные произведения. На праздники в городской роще игровые, арт и детские поляны. Проект реализуется Ефремовским домом-музеем Ивана Алексеевича Бунина при поддержке администрации муниципального образования Ефремовский район, музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна», Ассоциации музейных работников. Блажен, кто влекомый памятью сердца, приедет однажды в светлый летний день в Бунинский Ефремов, побродит по его старинным тихим улочкам и зайдет в музей на улице Тургенева, где каждого посетителя встречают по-русски приветливо и по-домашнему гостеприимно. Здесь жива память о писателе. Здесь его любят и знают. Пусть нашей духовной опорой станут бессмертные строки Ивана Алексеевича Бунина. «Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя любовь, память».